Всем привет! Вы на канале Handmade, и сегодня мы будем делать сумку-валентинку по технике оригами. Возьмем лист бумаги 30 на 30 сантиметров. Я взяла оберточную бумагу с таким интересным рисунком. Расположим ее изнаночной стороной к себе. Сложим вдвое и развернем в обратную сторону. Затем боковые стороны отведем к центру. Теперь сложим пополам. Возьмем нижний правый угол и сделаем загиб вот здесь, по диагонали. Также поступим и с левым углом. Перевернем и сделаем этот же загиб, только в другую сторону. Отлично. Разворачиваем нашу фигуру. Теперь нам нужно сложить внутрь эти карманы, которые у нас образовались. Уже похоже на очертания сердца. Развернем, возьмем линейку и сделаем припуск сантиметра полтора. Точно так же и с другой стороны. Затем возьмем верхнюю бумагу и развернем, расплющив вот эти треугольнички. То же самое сделаем и здесь. Затем возьмем ножницы и разрежем небольшой кусочек до сих пор. И вот этот уголок, который мы только что вырезали, согнем внутрь, также и другой. То же самое проделаем и здесь. Разрежем. Затем сложим нашу сумку-валентинку. Возьмем клей и склеим боковые углы. Также одну сторону. С одной стороны. И с другой. Затем возьмем дырокол, наметим дырочку и прохолим. Перевернем и точно так же с другой стороны. Затем склеим верх нашего сердечка. И вторую сторону. У нас уже образовался вот такой пакетик. Теперь нам нужны ручки. Возьмем шнурочки, какие у вас есть. Вы можете использовать также и розовые нити. И проденем их внутрь, в одну дырочку, сзади завязав узелок. И сюда другую дырочку. То же самое с другой стороны. Вденем. Вот такая сумочка у нас получилась. Ну а как же без подарка? Сюда мы положим пакетик чая и две конфетки чая. Теперь можно смело дарить такую валентинку другу или подруге. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Давайте делать хорошие вещи вместе. Пока!